В этом году Mitsubishi провела обновление кроссовера ASX, притом перемены оказались действительно масштабными. Модели досталась полностью новая передняя часть кузова. Японцы отказались от характерного короткого капота. Сзади появились другие фонари и бампер. Вся оптика, включая противотуманные фары, по последней моде переведена на светодиоды. Кроме того, заявлены новые цвета кузова – насыщенный коричневый и яркий оранжевый. В салоне первым на себя обращает внимание новый экран медиасистемы. Его диагональ увеличена до 8 дюймов против прежних 7. Само головное устройство теперь лучше синхронизируется со смартфонами. Из-за выросших размеров тачскрина центральные дефлекторы вентиляции переехали чуть выше. Закрывает перечень интерьерных обновлений новый материал обивки сидений. В плане техники все стабильно. На нашем рынке по-прежнему будут представлены две бензиновые модификации. А сейчас Mitsubishi выводит ограниченную серию Black Edition. Снаружи ее отличает декор черного цвета. Это 18-дюймовые колеса, решетка радиатора и боковые зеркала. Салон украшает красная отстрочка сидений и органов управления. Доплата за пакет – 40 тысяч рублей. Кроссовер Jaguar F-Pace обновился еще осенью, но экстремальная версия SVR дождалась модернизации последней. В плане внешности и салона обошлось без сюрпризов. Все это мы видели на стандартных F-Pace'ах. Однако по технике – масса новшеств. Так, крутящий момент 5-литрового мотора увеличился на 20 ньютон-метров. Из-за этого инженерам пришлось не только перенастроить систему лонч-контроля, но и усилить трансмиссию. В итоге злой Jaguar стал еще быстрее. До сотни он теперь ускоряется ровно за 4 секунды. Наверное, поэтому инженерам пришлось внедрять полностью новую тормозную систему с электрическим усилителем и огромными дисками. Вдобавок, быстрому британцу подправили настройки шасси, изменив характеристики амортизаторов и рулевого. Разумеется, SVR будет штучным товаром, ведь даже нынешняя машина стоит сильно больше 7 миллионов рублей. Рестайлинг наверняка потянет на все 8, но проверить наши гипотезы мы сможем только следующей весной.